Нестабильная ситуация в Армении продолжает оставаться тревожной. Имеется большая угроза потерять государственность. Власти Армении, одержимые стремлением любой ценой оставаться на своих местах, добились того, что даже через 6 месяцев после окончания войны проблемы и риски в стране не уменьшаются. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский обозреватель Акоп Кочерян. Власти Армении пытаются хоть как-то уменьшить риски, но, естественно, состояние экономики от этого не изменится. Так будет и дальше. Все ухудшается еще и тем фактом, что зарубежные инвесторы отказываются из-за напряженной ситуации в стране инвестировать в экономику Армении. События последних дней доказывают, что вызовы, угрожающие безопасности Армении, полностью сохранены. Все понимают, что Армения в шаге от нового падения. Это высокий, чрезвычайно высокий риск для любого инвестора, который намерен инвестировать в страну. Неудивительно, что из Армении уходят инвесторы, отмечает эксперт. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.